Болеете, там у вас заболевание, можете читать, беканзе, беканзе, маха, беканзе, ранза, самудгаты, соха. Там, допустим, плохо к вам люди относятся, вы себя ненавидите, можете читать, омтары, тутаре, туры, соха. Допустим, у вас плохие отношения в семье, муж не любит жену, жена не любит мужа, читайте мантру ваджасатва. Он ваджасатва самая манупала ваджасатва тена патишта дритха мипхава. Супашьем мипхава суташья мипхава нуракта мипхава сарвасит ими проет сарва карма сучуми читам шрем курухум хахахахо пагаван сарва татагата ваджама мимчаваджи. Пхава максамая сатва хумпхат. А в случае, если у вас враги, там кто-то забирает имущество, что-то забирает у вас, читайте Ом Ахум Ваджра Гуру Падмаситхи Хум, тогда и долги простят, и все будет в жизни хорошо. Ну а если совсем все сложно, и болезни, и враги, и всех ненавидите, тогда Бурбува Свахата Цавитур Вариням, Баргудува Седымати Дуюна Прачо Даят. А какие еще есть? Ну можно будь какие читать, они все мегаэффективны, мега универсальны, мега сильны. Допустим, муж живет, не спит с вами, не любит вас и не уходит, и чтобы вот как бы поставить все на свои места, можно читать «Умнамо саптанам сами сам будая катинам тадьятовам каликунда сваха». Человек может читать «Ом драм драм сах сук шукрия намах», тогда к нему начинают хорошо относиться. Человек может читать Ом Намо Ратна Трая Махидухихи Сваха, вылечить себе позвоночник. Человек может читать, что там он может, да что хочешь. Ом Кришнаева Судывая Харапараматманы Паратат Кришнашая Гувиндая Наму Намах, карма очищается. Одним словом, мантр хватает. Переходите на мой сайт Дуйкогуру, там миллион мантр просто, миллион.